считаю, вот дерево не выкупаю, блядь, как работает. Умение. Ты про вехи? Так, проверил. Не, вехи, да. Ну, вехи пиздец, я вижу, даже туда не лезу. Обычное дерево, я что-то не могу понять. Так, давай, 3, 1, 3. Раз, так, ну это на танка вешать у меня штука вот есть. 2. Я все прокачал. Один три. Ну-ка давай раскидаем. А сейчас. Вот еще ты мне скажи. Так, а по статам что-то я вот не понял. Блин, ну и говно. Необходимо максить решимость вплоть до 1300. Второе, что надо делать, найти классового мастера в столице и попросить сбросить очки характеристик. Освободившиеся 200 очков также заливаем в решимость. Второй по важности стат – кровожадность. Неважно, сколько у вас ХП, если вы не хилитесь, то неважно, сколько... Если вы не хилитесь, то неважно, сколько у вас ХП, но это все-таки топ-2 стат. Так как больше урона с меньшим отжором, это тоже количество выживаемости, но уже без дамага. А, Владос, ты в курсе, да, еще механики здесь? Если тебе даже скилл кастуется какое-то время, то ты его можешь заранее скастовать, а потом выстрелить им сразу же, мгновенно, в таргет. Нихера. Заранее, вообще заранее? Да, да, да. Вот я сейчас вот накастую вампиризм. Могу. И сколько ты с ним будешь на кастовом бегать? Хоть сколько можешь? Ну, хз, вот пока бегу. Видишь, у меня в руке такая штука красненькая. Я подхожу теперь к чувака и кидаю в него. Понял, так. Так, а вот, короче, по статам понял, да? Это для всех я читал. А сатам нет, не понял, Владос, еще раз. Всем необходимо, пожалуйста, максить решимость. Вообще всем. Решимость. А что у меня по решимости? Второй по важности стат – кровожадность. Еще советуют найти классового мастера в столице и сразу сбросить все очки характеристик и все закинуть в решимость. Как у меня, а вообще у меня может тут как-то качать очки характеристик? Без понятия. Я решил так, деле. Ну когда это было написано? Было написано в пятницу. Этот гайд. Я тебя успела позабыть, говорит. Мне теперь морской панрав. Все в решимость, да, нужно вкладывать? Так я шмотки просто на решимость буду надевать. Можно, да, все решимость. Второй стат по важности – кровожадность. О, все. У меня решимость 0, кровожадность 276. Решимость, кровожадность. А третий стат? Нет, не увидел. Третьего стата нет. То есть решимость, кровожадность. Ну все, я так одеваюсь. Так, ну-ка, казамапить придется. Ну, у меня 120 теперь решимость. Да, как ты сделал? Переоделся? Да, блять! Я застрял в трубах! О, братишка! Блять! Я застрял реально. О, вышел из волка. Я... О, еще раз трубы можно собрать. Ты собрал трубы? Да. Все, теперь походу. Тоже. Да, не нужно для задания. Пошли сюда. Меня опять волк гладит. Так, да, я его покормлю. Мой, походу, вообще жрать не просит. Ему похуй, блин, он из святой материи создан.
Так, сдал, да, квесты? Угу. Все, пойдем теперь. Так, у меня кашка вспрела. А, ну давай, иди. Да нет, у меня тут же вспрела-то. А. Я могу с тобой привязаться, интересно? Следовать. Прикинь, а, отправиться. Ну давай попробуем вот так. С братишкой за тобой. Веди нет, меня. Ты не за мной. Ага. Сука, дырявая, блин. А чё? Так вот, следовать же нажми. А где это видишь следовать? Правой клавишей следовать. На моем портрете. Открой Дискорд. Открыл. А где она? Где она? А, подожди, может в таргет? Под осмотреть, да, в таргет. А, все, я... Прикинь разные менюшки, если я тебе из группы выбираю. И либо из таргета. Ну так вот. А в Шоше так же? Ой, в Шоше вообще в группе там нельзя ничего делать, блин, если нажимать. В группе, кстати, ой, в Шоше, по-моему, дублируется. То, что в таргете, и то, что в группе. Так, вообще, нам надо на квест, знаешь, какое? А давай на испытание арены пойдем. Да все. Шли. Ты мне говори там, когда нажимать что надо. Фига сахара переборщил. Нихуя тут да. Гильдии юмористы, блядь. Следование здесь вообще дерьмовое. Не, он тупо в угол вписался и все. Так ты медленнее меня, походу, да? Ну да, я же своего паука не пустил, как ты. А кликни вон на квест. Испытание арены. Все. А. Блин, курагу в кипяке запарил, такая вкусная стала. Как тебе идея совместить столицу с начальной локой? Нормально. Нет, я ничего не скажу против. Типа, вот что же сделано не так, это дерьмово. Нет, как бы. И там нормально. Перегружаем столицу просто. Новичками. С другой стороны, непонятно, нужна ли вообще тут столица эта. В смысле, нужна классовых этих, кто там будешь сувать. Так, может, есть другая столица общая какая-то крутая. Не-не, тут одна столица. Все, на поединщиков ебать. Меня учитывая, что мана вообще не кончается, я вообще в эту ближний бой уберу, наверное, нахрен. Сколько вот я атакую с ближнего боя? Все, тебя всех засчитало? Урон 33-55. Подожди. 33. А, ну конечно, я этот больше дамажу с херней. Блин. Все, ты сдал квест? Угу.
Первая встреча квест. Кликай. Твоя собака быстрее бежит. Сытая, потому что. Сытая псина. Чё предлагают? Так о чем ты хотела поговорить? Чем я могу помочь? Хорошо, давай сделаем это. Ага. Что-то еще надо? Завершаем. Все, завершу у нее. Все получается. Она дала нам свитки какие-то на опыт, походу. Опять свитки на опыт. Можно превратить в опыт символ. Окей, превратил. Хуйня, да. Опа. Для дальнейшего развития способностей посетите наставника своего класса, ищите его в столице своей фракции. Нет, это тоже у нас ходить будет, так что... Чё, идем? Наставники помечаются мальтийским крестом, походу. Мальтийский крест — это свастика? Нет. А какой крест свастика? Ну, точнее, не свастика, это... УСС использовался. Наверное, мальтийский. Я не знаю. Так, упаковка жетонов первопроходца. Скидка мне выпала. Купить. Пополнить счет. Ну, а сейчас... Все, пошло дело. Давай. Короче, курс такой. Один кристалл вот этот синий равен 1 рублю. Охереть. Так. Давай. А пошлет гиду. А, это, наверное, делик у него, да, берется, скорее всего. Нет, не делик, походу. Ну-ка, давай посмотрим. Давай, взял. А, аукцион там. Получено задание наставник разведчиков. О, а у тебя какое? Наставник некромантов. О, все, давай по нему пойдем. Кликай. Сам внизу должен идти. А, видел, баф-то снизу справа написано. Фракция в меньшинстве. Ваша фракция переживает трудные времена, испытывает недостаток в людях. В качестве награды, верности, вы получаете на 10% больше опыта. Так мы же первый день это смотрели. Да, ну, до сих пор висит. А ты что думал, залетишь и сразу же изменишь? Вот, ты в подвал, я наверх. Ох, нихера тут у меня. Видишь крест какой над ним? Угу, перераспределить. Так, его. Давай сразу перераспределить характеристики, видимо. Сука, перераспределить умение. Сбросить нажал. Очки характеристик. Делить характеристики. Так, ага. Давай. А что, восстановить сохраненный класс, наверное, не надо нажимать, да? Нет, не надо. Я просто все сбросил, почему-то, вот я дебил. И освободившиеся 200 очков также заливаем в решимость. А где заливать-то? Ну вот, заходи в персонажа своего, в инвентарь. Понял? Зашел. Ну. А, и в решимость сюда заливаю? Ну, да. Только 200 очков. У меня 200 их. А где посмотреть, сколько у меня очков? У меня их не 200, а 100. Ну ладно. Хотя я обосрался с гайдом. Ну, гайд свежий, по идее, я бы взяли. Блин, а почему нельзя сразу же залить? А, блин, да. Shift, Ctrl, Ctrl левый клик. Да. Ага, епона мать. Ну все, я у меня 220 в решимости. Водос, если это говно окажется, блин. Так, нужно еще клавишу распределить нажать, чтобы подтвердить.
Все нажал. Так, я, к сожалению, сбросил еще скиллы у себя. Это четко было. Это сам там делает что-то. А как в скиллы-то зайти, блин? Скиллы — это дерево, нарисованное внизу справа. Угу. Так, тут мне, по-моему, два нужно было. Тут один. Тут один. Тут вообще в три надо. Два, один, три, три. I'm sorry. Ты че? Да, это у меня это. Сундук реку там. Микс. Получить подарок. Так, открывай сундук рекорд откуда. Опа, шмотки посыпались. Имба, сейчас переоденемся. Так, в ПВЕ отличается только вот этот вот скилл. Ну-ка, прочитаю, что он делает, и подумаю, нужен ли он мне или нет. Аспект нападения. А это чего аспект? Аспект непонятно чего, блин. А это хилка. Это хилка, значит. А это... Урон увеличивается на 10%. Очков умений, запас крови. Два очка. Два очка. Давай два и два. Изучить. О, у меня этот страж жидкос улучшился. Так, вехи я пока не трогаю, насрать на них. Так, ну чё, братишка, я все вышел оттуда. Куда? Фу, у меня такая прическа стрёмная стала. А нет, тут такой же остался. Так, мне я еще поинты могу вкинуть. Еще поинты вкинуть? 3, 1, 3. Да не, ветки талантов. А, нет, не могу. Или могу. Не понял, почему я не могу тут 3 вкинуть. Вводит в кровь цели мощный вирус. Каждую секунду, в течение 8 секунд наносишь, наносящий 22. Да, всё. И 30% вон до 5 противников. Да. Так, а чё, скиллы-то сами учатся? Вот я или чё, не пойму. Бля. Ну да, этот не хочет меня учить. Мой наставник. Так, на какой квест нажимаем? Сейчас скажу. Кстати, говорят, тут такой движок, что если ты звук отключишь, то у тебя лагать перестанет в местах, где дофига персонажей стоит. Да. Четвертый подвиг Незеба квест. Все, выбежал. Кстати, в ПОЭ такой же движок. Ну как? Там начинает лагать звук, когда, ну, дохуя всего. Там звук начинает глушиться, нахуй. Типа процессор не справляется. Странно, написано, что типа в миллион хуйня, но... Ты пока джебошишь, да, Мили? Да, но я вот еще не пойму, а как он быть может танком без мили? Да у тебя разные ветки. Есть ПВП ветка, есть ПВЕ. Ну, я думаю, потом уже перекинуться. Ну, я вот уже перекинулся. Только я не знаю, за папки это было, нет? Да, спишется с твоего счета, бля. Mm-hmm. Так, все, термиты надо ебать. Да, блядь, ну реально, с лука хуйня. Я лук даже обновил, все равно урон за лупа вообще полнейший. А уж начал подумывать, блядь. Может не перекинуться нахуй
мили ветку, блядь. Потому что, ну, хуйня полная вообще урон с ренджа, блядь. Так, тут какого-то элитника я беру. Так, термитов я убил. Да, ну я тоже, получается. Че, нажимаем 4-й подвиг Незеба? Так, погоди, тут вот квест можно еще взять. Группа захвата. Принять участие. Давай. Чё, ты взял? Готов? Угу. О, Андрей Чикатилин, маньяк. Чётко, блядь. По-нашему. Тупо по-нашему. Так, какой, я говорил, скилл-то надо? Да. Решимость и... Кровожадность. Фонд. Вот лук для решимости, кровожадность, но он хуже в целом. Ну, это тоже хуже, но я взял. А тот без решимости и кровожадности. Давай возьму. Фига, да, соска какая. Да-да, хотел сказать тебе. Мы пойдем зафоткать. Вот это, блядь, соски, а не то, что у него он в шоше создает, блядь. Инспектор С, смотри, у него даже сиськи двигаются в анимации. Это байт Баяна. Так, кто он там, 464? Так, идем на, знаешь, куда? 4-й подвиг нельзя обоздавать. Может, ты прекратишь донатить на маунтов? В смысле? Вроде сказали, не будем это нечестно играть. Так я не донатил. Да, конечно, чё он тебя бежит? Так, блин, да. Такую ужаленную, блин, в очко, блин. Анаболика. Ты не кормишь своего, бля, он тебя с голоду стыкает. Он не просит, он не просит жрать, бля. Как его носить? Как он попросит-то, блядь, он по-русски так говорить не умеет. Твой же как-то просит. Мой как-то просит. Так, все, сдаем. Дальше квест. Сундук горожанина. Сундук горожанина, погнали. Надо, кстати, всякую парашу продать. И чё мы встали? А? А, вот он. Блин, лампочку отключил. Ага. Так. Дикий орк отморозок. Все, пошли сундук горожанина сдавать. Что-то я даже не успеваю этот проказ дать. Так, что тут у нас еще есть? Слушай, а в городе что, закончили все квесты? Не вижу почему-то больше в городе квестов. Давай на благо Суслангера пойдем. Наконец-то. Суслангер. Есть у тебя такой? Да.
Я не твой, твой, не твой парень. Дима Билан не высрал ничего? Мне он, по-моему, сказал, что он за Путина. А, да? Все. Наш. Димон наш. Он вообще, он еще раньше всех высрал. Он что-то там аж после Нового года высрал. Ох, ебать. Куда я попал-то, блядь? Нифига, бля. Во, называется «Врата миров» у нас, дополнение. А чё, на собаку-то садиться будем, блин? Ну-ка, погоди. А я ещё в какой-то... Это этот, что ли, блин? Я в совёнок попал, блин. Или как его? Я тут продам парашу всякую. Ёпта, водос, блин. А это как там? Как сосок-то зовут из «Бесконечного лета»? Алиса... Славя. Славя, это будет? Фига я... Я похож на какого-то этого... сексуалиста советского. Аниме идиоты. Так. А чё, на какой мы квест идём? Да сука, это реально? Так, блядь. Поговорить с Алисой, это реально отсылка, блядь. Бля. Где, а вон, поговорить с Алисой. Я реально, я пионером стал, бля. Ты тоже? Да, конечно, я тебе говорю, я выглядеть стал. Очень странно. Ебать, тут шаболды ходят, ебаный рот. Где? Я почему-то, я бегу говорить с Алисой, и что-то я далеко от него бежал. От тебя, точнее. Бля. Это вот это шаболды? Я скинул скорбь. Чё на фиолетовая какая-то, блин? Вот тут проблиди ходят. Это так жили в Советском Союзе? Это так не было секса у них, блин? Погоди, а почему ты тут стоишь? Я откуда знаю, я нажал поговорить с Алисой, у меня кто-то побежал непонятно куда. Хуя тут какая, блядь, тоже стоит. Бадзяну надо в эту игру играть. Так мы вот его байтим. Я бегу говорить с Алисой куда-то очень далеко. Вот в его хуйне такого нет, блядь. Все, я тоже. Правило выживания в пустыне квест, правильно? Да. Суслангер, блядь, нахуй. Так, ладно, я пошел пока банан, по-моему. Свой, блядь. Правильно, свой, не твой же, правильно? Правильно. Было бы странно, если б я твой банан мыл. Да, очень странно. Так, динозавры здесь не агровые, все нормально. Я куда вообще бегу? Алиса-то где вообще находится? Да хуй знает, не вникай, да, беги, все. Ну вот, честно, интерфейс, блядь, ёлый. Дизайн интерфейса вообще загружен слишком. А, ты чё не сказал, что я из тех дебилов, которые бананы могут? Да я хотел, да, я вспомнил, что я уже говорил это. Можно повторять. Уроборос зализывает раны. Владыка пустыни... Внимание, вы мертвы! Я сдох! Да? Ебать, а чего? Блин, как так? Так, я чё-то проебал. Теперь у вас враждебная репутация у фракции налетчики. Очередь на воскрешение. Ебать, мы тут в очереди стоим. Ебать, реально русская игра. Я в очереди отстоял на воскрешение, блядь. Ебать, насколько базированная игра, ебать. Кто себя убил, почему? Меня никто не убил здесь. Ебать, тут чел на печи летал. И ты убил тебя или чё? Не-не. Так, ладно, давай. Опять бегу к Алисе. Здесь меня не ёбнут. Кто меня ёбнут? Может... Моб? Может, я не знаю. Так я мимо тех же мобов пробежал, ничего не было. И у меня еще репутация упала там, блядь. Каких-то фракций. Видимо, они не терпят слабых, блядь. Я раз додик сдох, все, меня выписали, блядь. Выписан.
Так, и почему-то я здесь встаю. А где Алиса-то, ёпта? Наверху, что ли? Кто там может Алиса? Это какой-то, блин... А куда тебя автопилот-то привел? Так в пустыне, где-то в середине пустыни стою. О, жара. Жара влияет на вас и сильнее дебаф. Может, я от перегрева воздух? Все, так, я на месте, типа, да? Воспользоваться предметом холодная вода. Ищи холодную воду в инвентаре. Я, походу, продал ее. У меня нет ее. И все, приехали. Так, ладно. Я понял. Я понял, что мне пиздец сейчас, походу, или что. Где подруга наша, блядь, Алиса? Я пробовал сейчас этот, благосклонность. Покровители секла. Сейчас попробую, может, меня скинет дебаф этот. Походу нет. Так у меня дебаф на 2 уже выставился. Так, у меня на 3 уже. Давай квест почитаем. Узнайте, как в пустыне не умереть от жары, поговорить с Алисой. Выпейте воды, когда почувствуете на себе действие жары. Награда, холодная вода. И нас наградить должны водой, блядь, ну... Где эта пизда-то? Мне кажется, проститутка это в лагере, пошли обратно. У меня 4 уже нагрело. Походу, не дойду. А, иди сюда, иди сюда, братишка. Вот здесь, в шар заходи. Это она, что ли? Нет. Ну тут это... Ебать, сколько вода стоит! Ебать! 950 голды? Охереть. Мне чел пишет, ну что, как успехи. Твой друг? Мой наставник, видимо, я хуй знаю. Все ок, ответил он. Красава. Все, я дебаф скинул. Я тоже. Вопрос с Алисой не решился. Так и мне кажется, шлюху надо найти в этом. Может, она наверху где-то, да? Попробуем наверх. Помощь не нужна? Нет. Сам разберусь. Фига, да. С кожи вон лезет. Может, ему за это приколы какие-то дают? Да по-любому, бесплатно бы он тебе не стал помогать. Потом сказал бы мне, оставь отзыв. Вот так вот. Ты еще видишь, там что тебе пишут? Я вот в этом чате вообще ничего не вижу. Так розовым пишут. Да? Да, мне тут тоже что-то специально. Че, думаешь, можно прыгнуть сюда? Ну, думаю, можно спастись от жары тут? Нет, походу. Рехост, не надо прыгать. Я ошибся. Ну, тогда удачи, он написал. Блять, а вот сейчас помощь мне нужна. Так слезь с волка, может. Слезь с волка, получится. А, или нажми идти по квесту, и он тебя выкинет из этой штуки. О, нихуя. Лайфхак. Спасибо. Так. Ну, я не знаю, да. Блядь, чё. Пошли, скинем дебаф. Может, у него подешевле будет. В
Давай погуглим, Алиса. Правила выживания в пустыне. Смотри, тут вражеский этот стоит. Да? Нельфика, бля. Тут вообще походу одни шкуры играю. Я тебе это ветка. Какая ветка? Да. ВК про квесты. Фига, с детьми уже. А, это не она с детьми. Блять, давай, братан, по квестам пойдем. Да я пытаюсь понять, как выполнить этот квест. Да хуй с ними, пошли на по-другому, блядь. Квесту. Кто мне пишет? Чё тебе надо, блядь? Чё, блядь? Чё? Где? В это, в Володах? Да, бля, Жукос мне написал, ВК скинул. Пучков выступил на митинге. Так он же этот. Я понял, но чтобы выступить на митинге. Короче, квест идем. Благо Суслангера. Ну, идем. Знаешь, чем профом? Чем? Лока на 90-95 левел. Нахуя нам квесты эти дали? Это походу вот из этого дополнения, блять. Мне надо съебывать отсюда, походу. Мобы-то какого уровня? Мобы? Я не знаю, не могу кликнуть на них. Тоже не могу почему-то прокликать, да. Где настолько все плохо. Сука, иногда вот могу, иногда... О, хитбокс странный. Неизвестно меня, какого. Походу у меня залагало все. Неизвестно какого. Сломалось. Так. Ты меня слышишь? Да-да-да. А чё, где тут чё собрать надо? А я двигаюсь вообще? Нет, на месте стоишь. Ну-ка. На благо Суслангера. А, неизвестно на какой левел квест. Понятно. И они все повторяющиеся. Короче, это хуйня. Отменяем рехоз. А, ты вышел, да? Сейчас зайду. Бля, тут жара нахуй еще. Давит меня. А тут есть камень телепортации куда-нибудь? Все, у меня скакун это обосрался.
Так, все. Погнали. Короче, заходим в квесты. Где, блядь? Что за клавиши? Я все, что суслан говорит, меняем. Все, вот видишь, где стрелочка поворотная нарисована. Вот это нахуй отменять можно все. Это все, блядь, вообще нахуя надо. Так у тебя есть. А, что это дали? Это все в суслангере, мы его все отменяем. И правила суслангер выживания тоже отменяем, походу. Так, указать на карте, отказаться, где отказаться? Так, и идем на учение свет, урок первый. Есть у тебя такой квест? Подожди. Все, что суслангер отменяем. А. Так, и в Низибграде все, что с поворотной стрелкой, да? Да. У меня два квеста осталось. Да, херо. У меня больше. У меня раз, два. Ну, у меня же 12 уровня квесты. Так, какой тебе нужен квест? Так, учение свет, первый урок есть у тебя? Ага. Все, не, а идем на магический след, короче. Квест идем есть? Да, все. Все, хорошо. Надеюсь, мы не сдохнем. Ну, у меня аж 4 удара. Я тоже. Можешь восстановиться тут. Вон, пошли, восстановимся. Ёпта, я чуть кашу не уронил. Резко повернул. Да. Может, паучок. Там у меня по пути был какой-то агрощийся моб, он меня ёбнул. А может, у меня вражеский этот ёбнул. Торговать. Ну-ка, чё у тебя тут? Все тоже все так же дорого. Так, пока можно сундуки по какие-нибудь подкрывать. Уровень слишком мал. Ой, страшно ладос. Так, донат прошел успешно. Так, у меня 2 голды уже. Фига ты, красавчик. У меня 2,57. Так, ну-ка, есть еще гайд на строка? Погоди, а где это было? Навигация по гайдам. О, ПВЕ 0. Четко, блядь. Где гайды-то, блядь? Беспощадность. Увеличивает наносимый урон и исходящее исцеление на 0% за каждый процент здоровья потерянного цели. На 0%. Нормально. ДПС вар есть. Язычник, а. Бард. Ага, понятно. У нас остальных гайдов нет. Охуенно. А, вот смотри, камень путешественника. У тебя же есть камень путешественника?
Где это? Открой инвентарь. Ага. И внизу, где сумка. Ничего не. А в инвентаре? Погоди, в каком инвентаре? А, вот, есть. Камень путешественника есть, да, все вижу. Давай, куда? Так, Низибград. Возвращаемся. Изунгород. Переместиться. Изюм-город. Некромант сильнейший солохил в игре. Нихуя. Нифига я тут репутации потерял. Реально. А чё случилось? Да, в роддолбе вообще их. Минус 25 тысяч от репутации, охереть. Может, нельзя было телепортироваться? Кстати, Владос, ты тоже 13 уровня уже. Так я пропался. Так, магический след побежали. Нихуя гайдов нормальных не наклепали, че за хуйня вот? Так блин, ты даже по вовсе нормальных гайдов найти не можешь. Чего ж думаю? Ну я находился. Ну да, в принципе. Так, где? Учитывая, что там весь мир клепает для них гайды. Угу. А тут только русияне. Разведчик ПВЕ. ПВЕ АХ, дальний бой, ближний бой, да, ближний бой. Агровые мобы, а не 7 уровня. На тебя напали. Да пусть. Руины джунского портала, ёб твою налево. Чё? Чё, отправляемся к джунским руинам? Да, я понял, чё, даже вообще. Дерек случайно? Нет, это сюжетный квест. Ты пошел по встрече с хранителем? Да, 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 у нас же больше ничего нет. Погоди, а тут квест можешь взять, да, где-то? У меня вообще до хера квестов шел. Тебя, потому что... О, нихуя, я иду по квесту и бью гоблина, четко. Всегда так красиво, но когда прямо на землю, то динозаврикам больно, я возвращаюсь.
Возвращался со школы, тогда меня осенило, что будет, если не слушать, что будет, если попробовать. Ведь сложность заключается лишь в том, что ты не можешь дать себе. Мы обратно в город вернулись. Вопрос, который задаешь, да. Зачем тебе одно и то же? Каждый день задумайся о том, зачем живешь. Туда-сюда. Фига, Бадян поролся. Везде помойку поставил. В Дискорде. Ага, реально. Поглас. Дойди-ка. Ты вспомни в Саратке, какие в Шоше, бля. Какой там графон, бля. Так в Шоше... Они не могут делать красивых баб, потому что в Шоше играют европейские бабы. Они начнут комплексовать. А тут ты со своей вянки. Слейвянки. Простой Иван может взорваться в любую минуту. Это эмоции. Бля, что хуёвый трек, блядь. А ты что слушаешь? Ты какой-то плейлист включил. Ну-ка, блядь. А чё, подожди. Где рекомендация-то, блядь? А вот. Что здесь зелененьким горит, пошел. А, аукционер. Ой, что такое? А, подарочный сундук открываем. Так, все, сдал ему. Открываем сундук. Какой-то поезд дали. Поезд дали? Да? Говно поезд дали какой-то. Да, реально говно. Так. Слабое зелье исцеления. Так, а я так и не помню, как торгаши выглядят. Завершить, принять. Так. А, ну вот, наверное, торгаш. Еще ему завершить, да. Принять, так. Так, ну чё, пидорас. Почему пидорас? Что вы смотрите аниме? Так у него аниме не смотрим, мы играем в Володу. Убанили нахуй. Пора ваш. Финбес. Какую? Аниме. Аниме забанили? Скорее бы забанили. А. Не будет такого, они сами его смотрят. Да, Кадыров он уже жаловался. Что аниме смотреть не сможет. Так, Рихос, следующий квест. Проклятые вещи, получается? Так, угу. Открыть в сумке вкладку вещи и применить свиток очищения на проклятый пояс. Вкладку вещи, свиток... Так, вопрос, а где свиток очищения? А, свиток очищения. Так. Это в редкостях свиток очищения. Так, ага. Так, ага. Не понял. Он по сюжету мне предлагает задонатить или что? Я не пойму, блядь. А, вот, да. Тренировочный свиток очищения. Но бесплатно, типа. Принять. Купить. Блин, я до сих пор не вижу этот свиток очищения. Как он выглядит вообще? Купон на свиток очищения, это должен быть в редкости хоть.
На нем вопросительный знак нарисован. А, все. Принят купон бесплатного свитка для обучения, нельзя продавать торгов. А, я у торговца стою. Его юзни и получи тренировочный свиток очищения. У меня открылась какая-то панелька. Да-да, все правильно, донатная. Да-да. Все, а там где? Наверное. А еще где? Раз, закрой, еще раз открою, она забаганная. А. Тренировочный свиток очищения. Купить. Так, и теперь юзай его, этот свиток на пояс, который вот в первой вкладке. Так, издаем квест. И чё, говно какое-то всё равно. Так, теперь сдаём, да? Так, давай. Теперь мы будем знать, кто отравляет Алоду. Это Марк Старицын. И теперь... А, открывай карту. В самом верху чел с квестом стоит коллаборат Северных. Его зовут. Пишем туда. Блин, что-то не идет у меня нифига к нему. А, два раза кликнуть надо было. Принять. Побежали шаманские поиски. Возьмешь, когда квесты, знаешь, какие? А где их брать-то, они ебуши? Не-не, сейчас скажу тебе. Есть... Ты можешь поделиться же ими со мной. А, да? А где ты? Далеко? Ну, бегу на шаманские поиски. Квест. Угу. Вижу тебя. Сейчас с тобой где-то встретимся. Попробуй с тобой разделить все квесты. Мне остановиться или до конца сейчас? Да беги, беги, беги. У тебя вот тут чувак стоит гид Низибрада. Да. У него квесты были же? Ну есть квест какой-то. Ну вот у него аукционные квесты. Аукцион? Взять, да. Что ли? Да. А, там знакомство со всем. Бля, нихуя набрал. Параши. Сейчас у тебя сколько квестов? У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У меня сейчас восемь. Семь у меня. Поехали все равно. Так, а чё, куда поехали? Куда ты мне предлагаешь идти? Знакомство с аукционом? Пошли, да, знакомство с аукционом сделаем. Я просто не знаю, вот по шаманским поискам нас попросят обратно возвращаться в магистрат в этот. Не знаю. Всему урона. Все, два квеста стал каких-то. Знакомство с гильдиями я пошел тогда делать. Кургут отпарил.
С Водосом. Да. Разъебал. Жесть. Один, что ли? Не, с челами сработает. Really gave a good advice. Прихоз что-то тут? Что, разобрался? С чем? Ну, сбой с тенью сделал. Больше не пробовал. Где ты вообще? Я вот думаю, как типа его жахнуть. Да никак, от меня этот квест хуя. Это повторный квест, блядь, целый по полной. А вообще все вот эти вот со стрелочкой квесты от меня нахуй. Тоже от меня. Пошли делать другие. Чё там? Война в кредит какая-то. Всё, бегу. Судя по аватарке, ты педик. Знаешь, что я такое? Цитата? Не. Рогозин. Я вам скинул нахуй. Как вам? Нормально? Отлично. А куда ты скинул-то? В Телеграм. Жарят, что ли? А, нет. Что у нас за компромат на Рогозе? Ну хуй знает. Потом посмотрим. И куда я бегу? Ебать, куда я нахуй бегу? Ты из города выбежал? Угу. Я нажал «Война в кредит». Обучающий квест. Ебать. Это тепнуло. Нихуя тут красиво. Разузнать о наемниках. Завершить. Что не вызывается, не помню. С помощью заклинания. Нет такого заклинания. А, вот есть. Почему не могу сдать квест? Должен поговорить и расспросить. Эффект по локации, он лечит один. Все, бля, в пизду. Ну можешь брать следующий. В пизду, бля.
Ой-ой, что-то душат меня нахуй. На шаманские поиски идем, короче. Фига, вот два корабля, да, таких прикольных? Блин, можно было бы интерфейс убрать и сфоткать? Можно, но как-то. Открыть интерфейс Alt-Z. Alt-Z. Бля, как приятно без этого ебучего интерфейса. Все еще без людей бы. И можно было бы на рабочий стол ставить. Так, что шаманские поиски, да? Жду тебя тут. Вот сколько ты будешь мыть полы? Твои прогнозы. Час? Ой, бля, я хуй знает. Надо как-то еще готовить. Как-то надо управиться быстро. Ну, просто думаю, сходить, ведь, да? Поддержать наших кошек. Кошек? Угу. Кошек. О, тут монстры огромные, водос. А, не, они абсосы. Да, веер Молли, выставка кошек. Пойду схожу, думаю. А, там от Навального видос. Про этого. Про Рогозина. С этой, с еврейкой? Походу. Так. Соберем следующий костюм. Ебать! Нихуя! Че, тоже обучающий костюм? Нет. Ну чё? Всё? Не, ты чё, рано. В 3.30. Нет, в 3.30. Так. Не знаю, вот тут костюм брать. Давай, беру, короче, костюм. Ебать, их тут сколько. Повторяющиеся не берем. Понимаешь, что не повторяющиеся? Ну, блядь, с стрелкой закруглённой. Угу. Вижу, я до этого все с этим знаком брал. Так. У этого стрела можно сдать, ты видел, да? Да, сдал. Идем на... солдатские письма тогда. О, блядь, ну чё, ну наша игра, пьяный дембель синих. Ну, все правильно. Ебать, вот это по-нашему. Ебать, плотный поручит. А, все, убиваем пьяных дембелей? Угу. Поглощение, поглощение, нихуя. А, все, я отобрал тебя. Все, ебаш. Они очень как-то фигово прокликивают, честно тебе скажу. Да, а ты по ногам пытайся попасть. Не в тело, а по ногам. Там еще хитбокс. Так, все, солдатские письма, все. Пошли сюда теперь. Вон степных оленей надо резать. Ты что наговорил? Каких большевиков резал дед? Ты что?
что, совсем ку-ку? А, лень-то плотный, да. Ну, все равно пизда. Ты говоришь, опять дембелей? Ты чё, братишка? У меня их 8 из 50. А, ну это, да, ну это, ну да, похуй, говоришь. Оленьи рога собрать надо, и не с каждого падают еще охуенно. Ребенков тоже надо бить. Пать, какой сука, хуёво с ними не бить, надо с ними базарить, что ли? Собирать с них надо. Что-то, наверное, да? Нет, поймать их надо, их поймать надо. Пойманы львят. С помощью силков и отнести пойманных сирот в военкомат. Военкомат сирот отнести, ёпта. Пиздец. Охотничьи силки у нас вот есть предмет в инвентаре. Да я просто через Z их собираю. А, да? На нахрен откинул меня. Бешеный олень. Так, давай. Ведь они еще убегают. Я потом вперед забегаю и ловлю их. Да. Фига, я его долго ковыряю. Батя, тут олени, смотри, сколько. Думаю, Леопольд ходит какой-то, блядь. Леопольд, блядь. Ну, наши дела. Чё, ты как справляешься вообще, их убиваешь? По... Ну да. Долго, правда, но. Да, плотно. С руки быстро хуяют. А чё, скиллов-то нам больше не будет давать, я что-то не пойму. Не с каждого падает, далеко не с каждого. Погоди, а сколько надо собрать вообще? Из 12. Ты быстрее хлопаешь. 5 с мили. Кстати, блять. Ну вот, сейчас за хуйня вообще. А просто смотри, как я их ковыряю. Да, я вижу. Сейчас добей вот этого. И не трогай того. Вот того не трогай. Ну да, туго идет.
Я зато могу их агрить сразу много. Давай аг. А, нет, не могу. Дотки всем накинул. А, вот и челлендж пошел. Засловили. Все, пошла жара, давай. Тоже яд накину сейчас. Бля, не откиснуть бы. А, ну кровожадность дает нам отжог. Так, рога я собрал, собирай. У меня 9 из 12. Вот еще тут. И вот тут. Блин, тебя я не могу отъявить только себе. У меня все, все собраны. А, все собрал? Да, разные лук, видимо. Все, погнали. Дальше. Еще два. А, так я думал, все у тебя. Не-не. Так а что ты там не собирался этих, блядь? Так они не собираются. Разные лут. В смысле разные лут? Ну я все собрал, то, что там. Ой, интересно. Вот тут мешки еще валяются, тебе не надо? Нет, мне нету. Странно, почему вообще трудится? Все, у меня все рога. Все замечательно. Пошли львят ловить. И в военкомат их, да? Четко. Львят в военкомат. Жестко. На Украину быстро, хопа. С кем ты синим там связался? Так, у меня львята все. Леопольд, ёпта, отыри. Бля, он мешает. Надо его ёбать. Ебать, ну-ка. Давай попытаем судьбу. Ну,
почему этот-то не бьет на атаковать? Это лох какой-то, а не Леопольд был. Чмо, блин. Военкомат его не будем забирать. Нам такие бойцы не нужны, да? Mm-hmm. Так, синего надо резать еще. А вот этих рядовых синих тоже надо убивать? Да вот они тоже считаются же за этих за синих. У нас-то много же их надо, сколько? 50 штук. Ну-ка. Да, 4 из 50. У него залагал, он, прикинь. В смысле? Так он не умирает до конца. Их не может убить. Так. Вот там что за камень? Ну-ка. Опять он проголодался, бля. Так раз 30 минут разгон голодает. А, ты откуда знаешь? У тебя же не голодает. Так я поменял уже, мой все скурился. Построить? Сделано. Окей. Так, ладно, давай. Так, ну я что тебе могу сказать? Пошли синих искать. Зомби-душители. Почему-то они на карте не показываются. Кстати, нормальное время тут синхронизировано с твоим на компе временем, походу. Или... В Шошич. В Шоши там 5 часов разница. Так ты можешь галочку поставить местное время, и будет твое время показываться. А, да? Yeah. Не можешь. Почему? Почему? А, ну сейчас уже, да, сейчас уже не могу. На пиратке ты можешь. На пиратке, кстати, хз. Так я поставил. А, да? Потому что на пиратке мне кажется, рамку нельзя переносить. Ты реал, ублюдки. Чувака ник за Ленина. Наш. Через Z? Через Z? Не. У меня 11 из 50 только. У меня 17 из 50 почему-то. Как он с ножа хуярит, да? Нифига тут статуи. Коммунизм. Так, ладно. Пошли сдадим квесты. А куда бежишь? Сдавать квесты. А, вон тут дебилей сидит, сколько. Начинаем декоммунизацию. От меня их не отводи. Приходи. Интересно, как тут вейд работает? Выживается кто-то? Как там живешь? Нет, походу сейчас умру. Попить бы. Пыт.
Ты дальше пошел убить? Где-то в полчетвертого. Есть на него? Ну, должен быть. Бесплатно, не знаю. Видишь ее? У меня 11 штук осталось этих парней. Ну давай, сдадим просто. Что-то намахнуть фляжку надо, что ли? Портвейн, три топора, понижает волю. Нифига, я две штуки выпил. Чё, ещё выпить надо? Не знаю. Я три раза выпил. Да. И можно сдавать. Просто. А кому сдавать? А вон за мной пошли. А вон там. Чё, почему-то горит этот торговец горит почему-то. Почему он горит? Уши гиены собирать ещё надо. Блин, фигово, что они сделали подсветку NPC зеленым. Какой-то неотравленный. Так отменяй нахуй эту лампочку, отключи, да и все. Нахуй, да нет, нет. Лампочку-то я на мобов смотрю. Только непонятно, зачем они сделали. Так а чё, ты мобов видишь по вопросительному знаку? Нахуй тебе. Подсветка. Ты же видишь по вопросительному знаку, что квесту нужно. Все этого достаточно. Не знаю, нахуя NPC. Может, это можно строить как-то. Ох, сейчас нагрим, бля. Давай, погнали. Так, вороны не нужны. Что-то мы куда-то сдвинулись. Кьяныч. Okay,
О, чел какой-то, подойдем к нему. Собирай его. Стрелячие пацаны диких орков. Да, мне тоже можно. Тут возьмем. Два квеста. Гоблин ассенизатор. Охереть, мы квестов набрали. У меня 15 из 20 квестов. Есть ограничения, да? Да. Пошли. Вон степную кобру резать надо. С нее шкуру собирать. Что, тебе падали? Да, 3 из 15. Нам бы на тот берег, там вот, сзади нас, который. Почему? Чё тут? Там красные гены. Погнали нахуй. Нагреваем. Ой, ебать, тут жара сейчас пойдет. Что-то собирать с ген? Лучше. Все, я уши собрал. Я нет. Меня 11 из 15. И 15 из 15, все.
змей резать. Нифига, видел, что он выпустил? Фаерболы кидают. Не выпал. 1 из 15, я забыл. 1 из 15 у тебя? Mm-hmm. А, все-таки тут это? Вот тут. Не всем падает? Ну, не всем. О, нихуя набрал на себя. Сейчас отъеду, блядь. Не могу тебя ничем захилить. Ой, сейчас тоже отъеду, походу. Где банка? Да. Да, банка хуйня. Тупо в очереди постоял, бля. Да. Я думаю, ИРЛ также будет. О, прикинь, я апнулся, у меня фул хп. Нихуя ты. Кто... У меня было, а выживешь? Да, у меня 100 хп было. А твои на меня не переагрились почему-то. Тут вообще с игрой непонятно. Погоди, а чё я призрак? Ты поначалу как призрак выглядишь. Yeah. 5 из 15. Ты-то всё собрал? У меня нет 13 из 15. Я на больше не агримс только. Думаю, у нас, наверное, хилку прокачать какую-нибудь без хилки. Неинтересно. В смысле прокачать? У тебя есть какие-то прокачка хилки? Да. То есть самый сильный хиллер в соло тарге. Без... Ну, качни. А мне что, типа в танка пойти? Да нет, дымагера. Тут с агро непонятно как пока. Подожди, а где у меня? Два, один, три, два, один, три, 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 три. Да ты все собрал шкуру-то, нет? Да-да, у меня шкуры все.
Я тоже, пошли вон слизняков ебать. Подожди, я что-то не могу найти, а чё, у меня нет ни одного, ни одной ветки. Бля, я упал. Закинь на хил, нет ни одной этой. Что за прикол? Тебе считают слизняков? Нет. Спрыгивайся. Ну я читаю заклинание. Ну спрыгни просто и стой. А, сон вообще не качает, да? Понятно. Что, слизняки засчитало? Да. Всех? 12-15 у меня сейчас. Стимула. А, ну тебе первых не считаю. Все? Все, все. Так, пошли, какого-то гигантского выползня надо уничтожить. Брать что-то надо. Так, тут квест какой-то. Принять. Так, подожди, а что я прокачал, нет? А, нет, прокачал. Изучить. Oh,
Бля, ты заебал чавкать, сука. Ну сколько можно жрать, блядь? Кто чавкает? Не ты. Так ливни, раз ты такой этот. Я не понимаю, блядь. Ты уже заебал меня уже. Ночь, ночь, блядь, второй день уже. Блядь, ты умудряешься с жаброй, блядь, это делать. У микрофона, который невозможно это сделать, блядь. Так. Я забыл, какие-то там. Решимость и кровожадность. Что, ты все сдал? Нет, вон еще ты тёк не сдал. Тут вот еще взять можно. Парашу бы продать. Тут продавцы есть, наверное, нет? Я не вижу. Вроде нет. Так, поехали. Ехать-то что-то. Поехали. Межевые камни ИВО. Нет,
еще вон. Знак ВО. Пошли наверх. Решил усилить микрофон на зло нам. Чё, эти обелиски? Опа. Иди сюда. Какие обелиски? Вот тут сейчас. Рядом со мной есть обелиск у тебя? Нет. Странно, я какой-то обелиск подобрал. Вот иди сюда. Тут должно у тебя зачесть какой-то квест. Пойми. Зачло что-нибудь? Неа. Странно вообще, понятно. Фига, он надо. Так, сейчас я вот. Да, сейчас. Тихо, что ты режу. Ты бы сказал, что я ору, я же не слышу наушников, что я ору. Кто орёт? Я поводу сейчас уходить буду. Ну все, давай, сходи. Крупица света. Вот, торгаш. Ну вот я достаю код торгаша. Соска опять. Надо Бадяну показать. Да, помойку уже скинул я уже. Ты пошел нахуй. Так это другая. Так он всех скидывает. Чем могу врубиться? Ну вот это тоже продам, наверное. Вот это продам. Мастерство, кровожадность, решимость. Серое говно надо продать. Какой он схеме сортирует? Есть понимание? По возрастанию, нет, по убыванию? Нет. Ты жмешь кнопку сортировка вообще? Да. Юбилейная монета. По редкости, может, по этому левелу. Да, непонятно. У меня в редкости всякого говна, я даже понять не могу, что с ним делать.
Геннадий Рыбин там сзади стоит. Геннадий. Оп, что на пукате написано? Это жестко. Сильно. Не, вот это какая-то срата. Сори, Лорус. Но Мария Панина, сука, ты никто ее не скопировал. А как тельняшку мне эту ебучую снять, нахуй? Ты до сих пор у ней? Погоди, а как ее снять? Я вроде в костюмы захожу. Снять аутс. Гардероб, да, ты заходишь? Всё, да. Нет, как тут называется? Да, гардероб. Мой костюм. Вот где он внизу. То, что одето на нем, правой клавиши хуяришь, он снимает. Внизу? Ну, под персонажем. Не то, что справа, а то, что внизу. А внизу у меня вообще ничего не надето. Все тогда, на тебе ничего не надето. А я в этой робе вот стою. Это твоя стандартная роба, наверное. До трусов этого нельзя раздеться. Не по-советски это. Собака, так, чего? А, во. Нет, это я хочу снять. Игрушки дыры. Игрушки дыры, ничего нет у меня. Сегодня донатная. Ну все, давай у Панины останавливаемся. Уйти из игры. Давай там жрать. Так, че, когда полы. Ты вернешься? Мне надо будет тоже что-то приготовить, когда я вернусь. Ну, оцени по времени, когда это произойдет. Думаю, в 6. 6. Край. Это край. Хорошо. Ну все, давай. Давай.